данные загружаются. Так, я был прав. Целью Персея была подготовка телепатов для управления солдатами-клонами. Феттл был единственным, с кем они работали. Однако его везде называют второй прототип. Странно. Thank you.
чисто!
Так, насчет Феттела кое-что прояснилось. Оказывается, он появился на свет в рамках программы «Источник». Там он и был вторым прототипом. Первый оказался неудачным, а третьего не было вообще. Проект закрыли. Thank you.
Thank you.
Окружаем! Ты не один из них. Я уж боялась, что меня никто не спасет. Слава богу, она в норме. Дай ей передатчик. Алло? Мисс Уэйк, мы собираемся вытащить вас отсюда, но вам придется побегать. Мне нужно к отцу. Где он? На каком-то секретном объекте.
У него даже адреса нет, только координаты. Ходы туда замаскированы, но я знаю, как их искать. Окей, теперь найди ноутбук Вейда и скопируй все данные по этому объекту. Мне нужны координаты и коды доступа, которые Уэйд оставил дочери. Они на ноутбуке. Два новых сообщения. Первое сообщение. Чак Хаббигер. Харлан? Нашел Хаббигер. Слушай, я прекрасно тебя понимаю, но у нас нет выбора. Саркофаг нужно уничтожить. Ты знаешь как. Давайте если ты не хочешь делать это ради нас, картошка уже близко. Подумай о своей дочери. Вы имеете в виду вертолет? А может, лучше на машине? Она там, внизу, в гараже. Вы что, боитесь летать? Эта долбанутая сучка решила взорвать все к чертовой матери. Похоже, она окончательно съехала. Убедили. В общем, с меня хватит, я улетаю на Таити. Сообщений больше нет. Быстрее, надо забрать отца. Не волнуйтесь, вы все равно останетесь в убежище. Чего? Вы встретитесь с отцом, как только мы его подберем. Нифига, я пойду к нему вместе с вами. Не выйдет, вам было мало сегодня?